Анна Павловська, спеціаліст інфекційного контролю, представник Асоціації служби організації інфекційного контролю. Раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброе утро. Сьогодні обіцяли нашим глядачам, що поговоримо про те, якою ж насправді має бути дезінфекція у салонах краси. Попередньо сказала, що з інструментами дезінфекції, але розуміємо, що дезінфекція має бути не тільки інструментів, а, мабуть, і самого майстра, і підлоги, стін, всього, що, до чого може доторкатися сам клієнт. Сложно повірити, що коли ми йдемо в салон красоти, то мы можем заразиться такими болезнями, как СПИД, гепатит, дерматит, не знаю, ротавирус, папилломавирус и так далее, вплоть до герпеса, который мы имеем, мы также можем заразиться в салоне красоты. И, конечно, мы с вами доверяем свое здоровье мастеру. И от мастера зависит очень много, потому что дезинфекция салона красоты должна быть в целом, да, соблюдаться, но если мы говорим про инструмент, которым пользуется мастер, то это, конечно, стерилизация, на которую мы обязательно должны обратить ваше внимание. Чистый, простерилизованный инструмент – это зона ответственности мастера и собственника салона красоты, но мы должны не забывать, что контроль за этим всем – это зона ответственности наша, потому что государство сегодня не контролирует салоны красоты, не проверяет их, поэтому ми самі в ответі за своє здоров'я. Як же перевірити, чи насправді правильною була дезінфекція інструментів? І також, забігаючи наперед, які саме інструменти потребують дезінфекції? Тому що у мене в уяві одразу інструменти для манікюру, педикюру, але я розумію, що так само інструменти перукаря та візажиста, вони також потребують ще більш, мабуть, особливої дезінфекції. Це абсолютно точно, тому що різний інструмент нуждається в різній обробці. Якщо ми говоримо про парикмахера, то розчоска і ножниці – це дезінфекція. И вы должны обратить внимание на то, что есть средства быстрой дезинфекции, и перед тем, как мастер берет расческу и прикасается к вашим волосам, он должен ее обработать. Средства быстрой дезинфекции действуют за 15-30 секунд, поэтому пока вы разговариваете, то дезинфекция уже произошла, и вы можете быть спокойны. Чем это для нас грозит? Это перхоть. Перхоть – это грибок, поэтому, когда у вас появляется перхоть после парикмахерской, вы должны понимать, что это не шампунь и не плохая вода в вашем кране. Это необработанный инструмент мастера. Если мы говорим про инструмент маникюр, педикюр, это стерилизация. Но перед тем, как пройдет стерилизация, должны пройти несколько этапов. Это очистка, это дезинфекция и стерилизация. Вот так стерилизуется инструмент. И вы должны обратить внимание на то, что в салоне красоты должен стоять такой шкаф, который называется сухожаровый шкаф, либо автоклавирование, либо другой какой-то прибор. Однако те приборы, которые сегодня пользуются в салонах красоты, небольшие, в которые мастер вставляет инструмент... Кемешки-цилиндрики. Это не стерилизация. И это скорее будет тема для мастеров, потому что, к сожалению, у них нет знаний определенных, и они считают, что они вас обезопасили таким образом, но это не так. И прежде всего собственник салона красоты должен побеспокоиться о том, что нужно обучить свой персонал. Это прежде всего. Или каждый мастер должен об этом помнить и знать. В рамках проекта «Беспечна краса» службы инфекционного контроля мы проводим тренинги обучающие по дезинфекции и стерилизации в салонах красоты. И есть некоторые мастера, которые обращаются к нам и задают вопросы и обучаются. Однако еще ни один собственник не обратился за тем, чтобы получить консультацию и обучить свой персонал в Николаеве. На жаль. Да. Якщо у манікюрних та педикюрних інструментах дійсно необхідно звертати увагу саме на інструмент для дезінфекції, яким він має бути, цей прилад, то що робимо з візажистами? Також все, чим пользується візажист, должно бути продезінфіцировано. І щоточки, в общем, не знаю, чим пользуються, но все
дезинфицируются. Дезинфектанты могут быть, либо если у них есть время, то замачиваются. Угу. Если времени нет, мы пользуемся быстрой дезинфекцией. Так само, как и перукари. То же самое. По стерильному инструментарию обращайте внимание в салонах красоты, что будет очень хорошо, если этот инструмент достают из специальных крафт-пакетов коричневого цвета. Тогда вы точно будете знать, что этот инструмент простерилизован, и прямо перед вами берут стерильный инструмент, потому что кроме того, что его нужно простерилизовать, его нужно правильно хранить. И если инструмент лежит просто на поверхности стола, это абсолютно неправильно. Но вы должны также обратить внимание, что воздух тоже должен быть продезинфицирован в салоне красоты, а это бактерицидные лампы и рециркуляторы. Обращайте на это внимание. А ось у домашніх умовах також ці самі прилади, ті ж самі ножнички, пензлики для макіяжу, все це потребує також дезінфекції. Які дезінфіканти також можна використовувати вдома, щоб ви могли порадити нашим телеглядачам, для того, щоб вони могли забезпечити себе від своїх же мікробів? Ну, дома это все намного проще, и, конечно, контроль может быть не такой сильный, потому что все-таки мы пользуемся только сами, это средства личной гигиены нашей, мыть с мылом. И продезинфицировать можно любым дезинфектантом, не хлорсодержащим, можно и быстрой дезинфекцией, можно также даже спиртосодержащим антисептиком, потому что он тоже может являться быстрой дезинфекцией. Угу. Периодически лучше помыть, и сейчас средства моющие с дезинфицирующим эффектом, их будет тоже предостаточно для использования дома. Як можна перевірити і що варто потребувати у салоні краси для підтвердження дезінфекції інструментів? Конечно, должен вестись журнал стерилизации инструментов, хоть мы с вами понимаем, что это скорее зона какая-то фантастическая наша, и мы это можем только об этом мечтать. Обращайте внимание на то, чтобы инструмент доставался перед вами. Прям доставался из специализированных либо крафт-пакетов, либо какой-то герметичной посуды. Если помните, были в медицине такие биксы, да, металлические. Это как раз та емкость, в которой стерилизовался инструмент и достается из герметичного. Обращайте внимание на то, чтобы у мастера стояли дезинфицирующие средства на столе. Обязательно быстрая дезинфекция и обязательно антисептики. Понятно, ось ви така красива молода жінка, 100% також звертаєтесь до салонів краси. І вам, мабуть, як професіоналу легше визначити, чи дотримуються правил майстри, чи ні. Ось за вашим досвідом. Очень печальний опыт. В салонах красоты очень редко соблюдают гигиену, но те мастера, к которым прихожу я, конечно же, я их выбирала, и они знают очень много про дезинфекцию и стерилизацию, так как я им рассказываю, когда посещаю эти салоны. Могу сказать, что в одном салоне меня поразило, потому что я пришла и увидела сухожаровой шкаф, там, где, в принципе, люди не делают ни маникюр, ни педикюр. И по большому счету стерилизовать инструмент им не нужно было. Но они так соблюдают гигиену и стерилизуют инструмент, что я, конечно, была очень приятно поражена. Но это скорее исключение из правил. Поэтому я обращаю внимание всегда, чтобы у мастера стояли дезинфицирующие средства. Если их нет, вы должны понимать, что если они стоят где-то для проверки, никогда в салоне этим не пользуются, и вы в зоне риска. Тож, дорогі мої телеглядачі, дотримуйтесь правил, які вам порадила наша ранкова гостя, і тоді ви будете дійсно захищені від таких захворювань, як гепатит, як СНІД, як навіть звичайні дерматити, і життя дійсно буде яскравим та гарним. Я дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я думаю, що цю тематику ми з вами ще зможемо продовжити, тож слідкуйте, дорогі мої, за нашими ефірами.